Всем привет. Я на вагонном депо и хочу снять еще к вам одно видео. Хочу снять про очень самую узкую и опасную платформу. Она вот как бы... Смотрите, если на эту платформу, на этот путь приедет электричка, электропоезд, а вот поэтому может идти другой поезд какой-нибудь, либо пассажирский, либо товарный, либо с той стороны, либо с стороны вокзала железнодорожного. Вот. И просто настолько здесь становится узко, тесно, что приходится как-то стоять, не знаю, вот так. Ты видишь, что у тебя едет электричка, тем самым опасно стоять здесь, находиться. Я не знаю, почему здесь вот у забора есть много места. Можно было вот этот вот путь перенести и сделать здесь платформу пошире. Странно, да? Как? Почему бы нельзя вот сделать вот так? Да, вот тут есть, конечно, выход, служебный вход в предприятие вагонное депо, где обслуживаются вот эти все вагоны. Но тем самым все равно было бы желание, могли бы сделать РЖД. Это к вам относится. Почему вот вы для Москвы делаете какие-то там свои городские вокзалы для МЦД, открываете новые станции, а в других городах провинции, как говорится, Москвы, в других городах города Российской Федерации у вас просто-напросто не доходит руки. Просто это как бы неуважение называется к другим городам относительно Москвы. А самое обидное то, что когда еще вот эта полузкая платформа, а состав длинный, а платформа короткая, самое хреновое то, что еще даже когда ты садишься в последний вагон или выходишь из последнего вагона, а у тебя нет платформы, и тебе приходится спрыгивать на насыпь. И еще вот, реально вот, это вот красный сигнал светофора просто убивает. Смысл было его ставить вообще непонятно. Правильно говорил Гершман Аркадий Паровозович. Отрегулируйте, пожалуйста, все свои пешеходные переезды где-нибудь, чтобы у вас были отсечки на них где-нибудь метров за 100-150. Загорался красный сигнал светофора, а не так вот горел целый день красный. И когда загорится зеленый, чтобы можно было идти, неизвестно. Это вот представьте. Я подхожу, прихожу, стою на переходе. Мне нужно попасть на другой, как говорится, берег железных дорог. Ну, я как бы вроде и вижу, что ни оттуда, ни отсюда нет поездов, я пойду. А вот так вот, если тут честный порядок, что они будут стоять, ждать. Жаль, с них тоже это им надоест, а я также пойду. Нарушая сигналы светофора. Все, всем спасибо, до новых встреч, пока-пока.